Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас, Господи. А какая цель сегодняшнего шествия? Мы просим митрополита Кирилла выйти к нам и пообщаться. То, что был поместный собор, или мы объяснили свою точку зрения, и он нас понял. И после этого или покаялся, или попытался нас переубедить. Но нам нужна встреча с митрополитом Кириллом. Но мы будем бороться за своего отца, с игумена Сергия, который является нашим духовником. И мы считаем, что в Русской Православной Церкви такие духовники – большая редкость. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы помочь и защитить нашего отца, его честь. Да, мы будем каждый день приходить сюда в 12 часов для того, чтобы ждать митрополита Кирилла на общение с ним. Потому что есть вероятность, что он придет к нам не сразу. Но будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. Потому что терпения у нас много, и мы пойдем до конца. Праздник Вознесения Господня. Я приехал в храм, чтобы исповедоваться, городской. Меня священник не исповедовал, пока я не подпишу. А как Иуда, своего отца, вот почему мы здесь. Вот почему мы здесь. Там написано, что они не могут исповедоваться и причащаться в других храмах. Хорошо. Ну так а что это значит? Не отлучили, что ли? Не могу причаститься. Простите, батюшка сказал. Отлучение. Так а что это значит? Вы опять договариваетесь. Если меня, я прихожу в храм, а меня не причащают, не исповедуют, говорят, иди сначала напиши бумагу отказную, что ты отвлекаешься. Вы все ролики от соседей смотрели? Я не смотрю, я с ним общаюсь вживую. Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий.